Thank you.
Thank you.
is so sticky, sort of fun. Maybe she should never ask, just a fish. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Редактор
писал. Регендра Ива Викранто. Регендра Ива Викранто. Нишей Вьохима Ван Ива. Нишей Вьохима Ван Ива. Титик Шурва Сутхеваса. Титик Шурва Сутхеваса. Сахишнух Питараф Ива. Сахишнух Питараф Ива. Регендра Ива Викранто. Read with me. Mrigendra. Mrigendra. Lev. Lev. Iva. Iva. Kak. Kak. Vikranta. Vikranta. Могучий. Могучий. Нишевья. Нишевья. Достойный того, чтобы просить у него прибежище. Достойный того, чтобы просить у него прибежище. Химава. Химава. Гималай. Гималай. Ива. Ива. Как. Как. Титикшу. Титикшу. Выносливость. Васуда Ива. Васуда Ива. Как земля. Как земля. Асо. Асо. Ребенок. Ребенок. Сахишну. Сахишну. Терпим. Терпим. Питаро. Питаро. Родители. Родители. Ива. Ива. Как. Как. Перевод. Этот ребенок будет сильным, как лев, и станет таким же надежным прибежищем, как Гималай. Он будет терпеливым, как земля, и терпимым, как его родители. Комментарий Шилпрупана. Того, кто преследует врага, проявляя огромную силу, сравнивают со львом. Нужно быть ягненком дома и львом на охоте. Если лев пускается в погоню за каким-то животным, от него невозможно скрыться. Так и глава государства не должен знать поражений, преследуя врага. Гималаи славятся своими богатствами. Там есть бесчисленные пещеры, пригодные для жилья, деревья со съедобными плодами, ручьи с питьевой водой и множество лекарственных средств и минералов для лечения болезней. Всякий, кто не богат материально, может найти пристанище в этих великих горах, и у него будет все необходимое для жизни. Великие Гималаи могут предоставить кров и материалисту, и идеалисту. Обитатели Земли создают на ее поверхности много беспокойств. В наше время люди начали взрывать на поверхности Земли атомные бомбы. Но Земля по-прежнему терпеливо относится к своим обитателям, подобно матери, прощающей своего несмышленного ребенка. Родители всегда терпимы к детям, как бы те ни шли. Идеальный царь должен обладать всеми этими хорошими качествами. И в этом стихе предсказывается, что у Парикшита они будут разными. Om Magyana Kvarandasya Kadanjana Shalakaya Asur Milipandena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Hey Krishna Karna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupata Rupyashcha Sindhu Vayevasha Patita Nam Pavanevyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya
We're hearing the Brahmanas predict the different qualities of the child Parikshit. Мы сегодня слушаем о том, как Брахманы предсказывают различные качества, которые проявятся у мальчика Парикшит. So the child is born in the royal family and he's destined to rule the world, to become the emperor of the world. So it's very important that he has good qualities. Этот мальчик появился, ребенок появился в королевской семье, и ему суждено было стать императором всего мира, поэтому так важно было, чтобы у него были проявлены наилучшие качества. So, first quality mentioned here in the verse today is that he will be strong as a lion. И первое качество, которое упомянуто в сегодняшнем стихе, это ребенок будет сильным, как лев. Bhagavad Gita in chapter 10, the Vibhuti Yoga, Lord Krishna describes that among beasts I am the lion. В 10 главе Бхагавад Гиты Вибхути Йога Господь Кришна описывает себя среди зверей. The lion is generally considered the king of the jungle because he's so strong, powerful. Лев традиционно считается королем джунглей, царем джунглей, поскольку он очень силен. Even the lion can fight with elephants. Even though elephants are so big and strong, generally the lion can defeat the elephant. А лев даже может напасть на слона, несмотря на то, что слон очень сильный, могучий, тем не менее, как правило, лев побеждает слона. So this child is destined to become the emperor. He cannot be a weakling. He has to be powerful and strong. He has to be able to deal with the enemy. Поэтому, поскольку ему суждено стать императором, такой человек не может быть слабым, не может быть сильным для того, чтобы противостоять врагам. Certainly, in the position of the king, there will always be enemies, there will be opposition, there will be people who are opposing his rule. Несомненно, царю на его посту всегда противостоят враги, которые идут вразрез с его правилами. So he has to be able to deal with these elements, and if he's not strong, then he won't be able to overcome them. И если такой царь не будет сильным, то And Prabhupada in the purport describes, he said, he should be a lion in the chase, but a lamb at home. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что нужно быть с львом на охоте, но ягненком дома. When I read this, I was thinking about how there was this one man, one of our life members in Mumbai, very rich man, very big businessman. Я сейчас вспоминаю, как во времена Прабхупады был один пожизненный член нашего общества, очень богатый человек, бизнесмен в Мумбаи. So it was said about this man, that he's like a lion in the office, but he's a lamb when he is at И про него говорили, что он подобен льву в своем офисе, но дома он подобен ягненку. You know, when he's at home, he's very sweet and gentle and kind and loving and caring. Дома он проявлял качества мягкости, заботы, любви. He's a husband and he's a father and he's a son. He has to relate to the different relatives in a nice, kind way. Он дома как муж, как отец, как сын проявлял хорошие отношения с разными родственниками своей семьи. So when he's at home, he's like a lamb. He's very sweet. Дома такой человек подобен ягненку, он очень славный. But when he goes in the office, He's in charge of a big company. He's dealing with a lot of people. He's like a lion. Но приходя в офис, он на
находясь во главе компании, имеет дело с разными людьми, и там он подобен людям. He's on top of everything. He's aware of everything which is going on. And if things are not done right, he will let people know. Он всегда в курсе всех событий. Он должен знать, как ведутся дела. И если что-то идет не так, как нужно, он дает знать об этом людям сразу. So everyone is very careful to, you know, to be on their toes, to be alert when he's there in the office. Поэтому все находились на чеку и были очень внимательны, когда он находился в офисе. Because he's very conscious of everything. He wants to make sure the business is successful and the company is prosperous. Потому что он очень осознанно управлял компанией для того, чтобы компания процветала, бизнес шел правильным образом. So if things are not done right, he'll let people know, he'll chastise them, he'll shout. Если дела шли не должным образом, он сразу давал об этом знать людям, он отчитывал их, кричал. So he'll be the lion when he's in the office, but at home he's the lion. Так он был у него в офисе, но дома он был ягненком. So here we're told Maharaj Parikshit, he will be as strong as a lion. In other words, he will rule very powerfully. И в этом стихе мы говорим за Махараджа Парикшита, что он проявит качество, и он будет таким же сильным, как лев, и очень могущественным императором. Nobody's going to push the lion around and tell the lion, you be quiet, get out of here. Everyone is very careful to respect the lion. Никто не может преградить его дорогу, сказать ему, иди отсюда, замолчи и уходи. Напротив, все очень внимательны и осторожны к нему. So this Maharaj Parikshit is as strong as a lion. It's this nice quality, very important quality for a kshatriya. Kshatriya has to be strong. Итак, Махарадж Парикшит будет сильным, как лев, очень важное качество для царя. Кшатрия. Кшатрия должен быть сильным. They have to be very bold and brave to go into the battle. Кшатрия должен быть очень мужественным и решительным битвом. The Kshatriya will go to fight and he will not come home defeated. Кшатрия, уходя на бой, в битву, не должен вернуться побежденным. There's just a story about one king that he gone to battle with his army, but somehow his army had been defeated and he came home alone. Есть одна история про царя Кшатрия, который отправился вместе со своим войском на битву, и там его войско, его армия была разбита, и он вернулся в одиночку. So he came back to his palace, the gates were locked. So he shouted to the queen to open the doors, let me in, I'm your husband, I've been defeated, I'm coming home. Когда он подошел к своему дворцу, дворец был заперт, все закрыто, он не мог попасть внутрь, и он стал кричать, звать свою жену, королеву, говорить, это я царь, я вернулся, я твой муж. But the queen said, my husband, he will not come home defeated. Either he will die on the battlefield, or he will win the battle. But he will not come home defeated. И он услышал ответ своей жены, что мой муж не может вернуться побежденным. Он либо победит в битве, либо умрет на поле боя. So she said to him, I think you must be an imposter because my husband would not come home defeated. You must be an imposter. I'm not opening the doors to you. Ты должно быть притворщик, обманщик, потому что мой муж не мог вернуться побежденным. Я не открою дверь. It's a true story. It actually happened like that. Это реальная история, как на самом деле было. Kshatriyas, they cannot retreat, they have to go forward. Кшатрия никогда не отступает, он всегда идет только вперед. So, there's
a painting, a big oil painting in the palace, in the royal palace, of the king of Jaipur, and it depicts the Guru of the Shastri. Есть одна очень красивая картина, написанная маслом в главном королевском дворце Кшатри в Джайпуре. Она показывает дух Кшатри. The two Kshatriyas are fighting each other, and one Kshatriya pierced the other Kshatriya with its sword. На этой картине изображена битва сражения двух кшатриев. Они сражаются на мечах, и один кшатри протыкает другого своим мечом. So although the sword is in him, he's still going forward and he's trying to go forward to hit the other kshatri. Несмотря на то, что противник пронзил его мечом насквозь, он все равно продолжает идти вперед, чтобы достать своим оружием противника. Because the kshatriya nature is he cannot retreat, he has to go forward. Потому что природа истинного кшатрия никогда не отступать, идти только вперед. He doesn't mind dying, but he wants to die face down. He doesn't want to die on his back. И даже когда кшатри умирает, он никогда не падает на спину. Если он падает, то только лицом вперед. So this is the mood of the kshatriya. This is the kind of qualities they want to see in this child. Таково настроение кшатри, такова природа, и эти качества проявились в этом ребенке. Even in the times of Chaitanya Mahaprabhu, there were Kshatriya kings like this who were trained with these kind of qualities. Даже во времена Чайтаньи Махапрабху были кшатрии, которых воспитывали, проявляя эти качества. Maharaj Prataparudra, who was the king at that time, the king of not only of Puri, but he was the king of the whole of a kingdom called Utkal, which went all the way, not only Orissa, but all the way down to Chennai. Например, Махараджа Пратапарудра во времена Господа Чайтаньи был таким кшатрием. Он был царем не только Пури, но и всего царства, называемого Уткала, который включал в себя не только Ориссу, но также и Чаннай. So as a kshatriya, he was trained. As a young man, he was trained in all the military arts. Когда он был еще ребенком, его воспитывали как кшатри, обучали науке воинских искусств. Just like we read about the Pandavas, how Dronacharya trained the Pandavas and the Kurus in the military arts. So it was, even 500 years ago, Kshatriya kings were trained in these things. Также, как мы читаем в Махабхарате о том, как Дроначарья обучал и Кауравов, и Пандавов науке воинских искусства, также 500 лет назад кшатриев обучали эти науки. And of course, riding horse, they have to go to battle, they go on horseback, so they spend many hours riding horses, practicing, doing different arranging for combat. Их обучали искусству верховой езды, а также они очень много времени тратили на то, чтобы обучаться. And at the same time, they were also trained to hear the Shastra. And you see Maharaj Prataparudra, when he came to massage Chaitanya Mahaprabhu, at that time he began to recite Gopi Gita. В то же самое время их обучали слушать Шастры, Священное Писание, и Махараджа Прадхапарудра, когда приходил Господу Читанию, он слушал Гопи Гиту. So he was not just only fighting, but he was also hearing shastras every day. And he knew shastras, and he could recite also. He could recite Gopi Gita. Таким образом, такие воины-цари не только сражались, но они также слушали шастры, и слушая, они впоследствии могли повторять, поэтому он мог повторять Гопи Гиту. Right? Do you recite Gopi Gita here? Здесь кто-нибудь может повторить Gopi Gita? During the month of Kartik, usually people like to recite Gopi Gita. Обычно в течение месяца Картика люди повторяют Gopi Gita. Can you include it in the Kartik program? Every day, recite.
повторение группы Гиты. We are the followers of Chaitanya Mahaprabhu, and the followers of Chaitanya Mahaprabhu are well versed in scriptures, and they can recite verses. Мы последователи Чайтаньи Махапрабху, и как его последователи мы должны хорошо знать стихи и повторять их. People often say, oh no, I don't want to, I can't memorize, no, I can't remember. Некоторые люди жалуются, о, у меня не получается запомнить, я не могу учить наизусть. But Prabhupada expected us to know all these things. Но Прабхупада ожидал от нас, что мы будем знать все это. When we would go on a morning walk with Prabhupada, he would often turn to us and he would be talking something and we'd say, what is that verse? What is that verse? Когда мы ходили на утреннюю прогулку со Шрилой Прабхупадой, иногда он поворачивался к нам, но произносил какой-то текст и говорил, что это за текст, какой номер стиха. He was constantly training us and telling us that we have to learn these things. Он постоянно обучал нас тому, чтобы мы знали все эти тексты. So very important, devotees, you know, you have to all study Bhakti Shastri. Поэтому так важно, чтобы все преданные изучали курс Бхакти Шастри. Jagadarpa Swami Maharaj is personally studying all the courses. He studied Bhakti Shastri, he's completed Bhakti Vaibhav, now he's doing the Bhakti Vedanta. Джайпатака с вами первым лично изучил все эти курсы, он прошел полностью Бхакти Шастры, всю Бхакти Вайбхаву и Бхакти Веданту. Бхакти Вайбхава is the first six cantos of the Bhagavatam, and Bhakti Vedanta is canto 7 up to canto 12. Бхакти Вайбхава — это курс, изучающий первые шесть песен Шримад Бхагаватам, а Бхакти Веданта — это курс, изучающий седьмой по двенадцатую песню Шримад. And after Bhakti Vedanta course, there's Bhakti Sarvabhauma, where you study Chaitanya Charitamrita. А после курса Бхакти Веданта идет курс Бхакти Сарвабхаума, который представляет собой изучение Чайтанья Чаритамриты. Prabhupada wanted that we would do these things. They do the Bhakti Siddhanta Sarasati initiated it in the Gaudiya Math, and Prabhupada also said we have to do it also in ISKCON. Прабхупада хотел, чтобы мы все это изучали. Бхактисиддханта Сарасвати ввел это изучение в Гаудия Матхи, и Шрила Прабхупада в дальнейшем перенес это в ИСККОН. So anybody wants second initiation? Primary qualification is you must have completed Bhakti Shastri course. Любой, кто хочет получить второе посвящение, предварительные условия, должен полностью пройти курс Бхакти Шастри. And those who are going for sannyas, they must have completed Bhakti Vaibhav. А тот, кто хочет получить саньяс, он должен полностью пройти курс Бхакти Вайбхав. And in these courses, of course, you have to memorize verses. You have this part of the course. И в рамках этого курса обязательно необходимо заучивать важные стихи. As well as writing essays and memorizing different information, you have to memorize slokas. Наряду с написанием эссе и заучиванием различных аналогий частей курса, необходимо также учить наизусть стихи. We are all supposed to know some of these slogans. Поэтому мы должны знать некоторые из шлоков. You cannot say, I'm an illiterate brahmana. I don't know anything. Чтобы нам не пришлось говорить, я не образованный брахман, я не знаю. When Lord Chaitanya was in South India, he was staying in Sri Rangam for the Chaturmasya, and every day he would go to the temple of Sri Rangam to see Lord Ranganath. And in the morning, he noticed there's a Brahmana there every morning who's trying to recite the Bhagavad Gita. Господь Чайтанья, когда он путешествовал по Южной Индии, он на время сезона Чатурмаси, 4 месяцев, остановился там и в Шрирангане, ежедневно посещал храм Рангананта. И каждый день он приходил туда и видел одного брахмана, который пытался повторять Бхагавад-гиту. So Lord Chaitanya noticed the brahmana wasn't reciting correctly, that, you know, he was not well educated, he couldn't recite very nicely. And the other brahmanas were laughing, ridiculing, making fun of him.
без почитания заметил, что этот браман, повторяющий Бхагавад-гиту, не очень правильно это делает. Он, похоже, был необразованным и произносил не все правильно, из-за чего другие браманы подшучивали и над ним смеялись. But Lord Chaitanya also noticed that the brahmana was crying, he was shedding tears as he recited. Также Господь Читания заметил, что когда этот браман повторяет Бхагавад-гиту, он при этом плачет, и слезы льются у него из глаз. And every morning it was like this. So after some time, Lord Chaitanya Mahaprabhu went to the brahmana and inquired from him, what are you doing? И так продолжалось каждое утро, и через некоторое время Господь Читания обратился к этому браману и спросил, что ты делаешь? And the brahmana said, my spiritual master told me every day I have to recite Bhagavad Gita. And the Lord Chaitanya said, oh, very good. You have full faith in the order of your spiritual master. Very nice. На что этот браман ответил, мой духовный учитель дал мне наставление ежедневно перечитывать, читать, повторять Бхагавад Гиту. И Господь Читания сказал, о, это очень хорошо, я вижу у тебя сильную веру в слова духовного учителя. Яша деве пара бхактир ята деве тата гуру тащайти пракитайарта пракашанти махатмана. The verse is saying that one should have equal faith in both Guru and Krishna. And then all the purports of the scriptures will be revealed easily. В этом тексте говорится, надлежит иметь одинаковую, равную веру в Гуру и Кришну, и тогда смысл всех благотворительных писаний откроется. Sometimes we will ask, do you have faith in the Guru or do you have faith in Krishna? Some people will say, I have faith in Krishna. Someone else will say, I have faith in Guru. Both are wrong. We should have equal faith in both Guru and Krishna. The Guru is the representative of Krishna. Иногда мы задаем вопрос, в кого должна быть больше вера, в Гуру или в Кришну? Некоторые отвечают в Кришну, другие отвечают в Гуру. Они оба неправы. Должна быть равная, одинаковая вера и в Гуру, и в Кришну, так как Гуру — это представитель Кришны. So Chaitanya Mahaprabhu was appreciating that this brahmana had full faith in his Guru and he was following his instructions by reciting the Bhagavad Gita. Господь Читания оценил веру этого брахмана в слова его духовного учителя, поскольку тот следовал и повторял ежедневно Бхагавад Гиту. Lord Chaitanya then asked him why he was crying. And the brahmana said, whenever he reads the Bhagavad Gita, he remembers how Arjuna has become superior to Lord Krishna, that Lord Krishna has taken the position of the chariot driver on behalf of Arjuna. And he said, just thinking how merciful Lord Krishna is, that he could become the servant of his devotee, it brings tears to my heart. И Браман ответил, как только я представляю, что Арджуна занимает более высокое положение по отношению к Господу Кришне. Кришна принимает смиренное служение возничего колесницы. И понимая, что Верховный Господь так милостив, что ради своего преданного готов совершать любое служение для Него, это вызывает у меня слезы. So then Chaitanya Mahaprabhu then said to the Brahmana, you are the real reader of the Bhagavad. He was very pleased. После чего Господь Читания сказал, что ты, этот брахман, что ты истинный, ты понял истинный смысл Бхагавад-гиты, читая ее. So then Lord Chaitanya personally instructed the brahmana in reciting the Bhagavad Gita. And for several mornings, Chaitanya Mahaprabhu would spend time with the brahmana, teaching him how to recite Bhagavad. После чего Господь Читания лично обучал этого брахмана правильному произношению Бхагавад-гиты, стихов Бхагавад-гиты. Несколько дней по утрам Господь Читания лично и недолгое время обучал этого брахмана правильному произношению.
And Prabhupada instituted the program in our ISKCON society. Every morning we recite verses. So everyone learns to recite verses. So we have to also learn to memorize the important verses. Шрила Прабхупада лично основал учредил систему повторения на санскрите текстов каждое утро. И точно так же, как мы ежедневно повторяем тексты каждое утро, мы должны заучивать наиболее важные стихи. So, Maharaj Parikshit is a very strong kshatriya, and it's also mentioned that he will take people will be able to take shelter. Just like they take shelter of the Himalayas. И следующее качество, которое описано Махараджа Парикшита, это то, что он станет для людей таким же надежным прибежищем, как Гималая. In other words, people will be able to come to him, and he will look after them, he will give them protection. Это значит, что люди будут приходить к нему, и он будет давать им защиту. This is another important quality of the kshatriya, that they will protect people from the dangers and from the evils of the world. Это следующее важное качество для кшатрия. Он должен уметь защищать людей от, давать им защиту и защищать от зла в этом мире. We know from the Srimad Bhagavatam that after Maharaj Parikshit becomes a king, at one point he was touring the kingdom and he saw someone dressed like a king who was beating the cow. So Maharaj Parikshit was immediately ready to kill him. Мы читаем далее в Шримад Бхагаватам, как Махараджа Парикшит, подъезжая в свое владение, встретил человека, который избивал корову. И за такое злодеяние Махараджа Парикшит был готов убить его. He would not let anybody harm an innocent animal like a cow. Никому не позволено причинять вред невинным животным, как корова. So the Brahmanas compare the Himalayas as being able to give shelter to everyone. And Prabhupada in the purport explains how the Himalayas offer everything to us, materially and spiritually. Браманы приводят в сравнение Гималаи, говоря о качестве Махараджа Парикшита, которые дают защиту всем и каждому. И Шрила Прабхупада в комментарии подробно объясняет, как именно Гималаи дают все необходимое для того, чтобы дать защиту, как материальную, так и духовную. He said, there are many caves there in the Himalayas. You can go there, you can take shelter in some cave in the Himalayas. В Гималаях очень много пещер, в которых можно укрыться. And was it Vyasadev? He was some often living there in Himalayas in some cave. Vyasadev находится в Гималаях в пещере. And Prabhupada said there's also so many fruit trees there. You can get some fruit. In this way you can find everything to maintain yourself from the Himalayas. Шрила Прабхупада дальше говорит, что на них находятся деревья со съедобным плодами, словом, все необходимое для поддержания на нем. There's fresh water coming from the mountains. Свежая вода, стекающая с гор. You can drink directly from the stream. Можно пить прямо с ручья. And of course you can get also association from saintly persons who live there. И также Гималаи дают общение со святыми личностями, которые обитают, которые живут. We read in the Bhagavatam how Dhruva Maharaj went to Bhadrakashram. He stayed at Bhadrakashram before he went back to Godhead. Шримад Бхагаватам описывает, как Дхрува Махарадж посетил Бхадракашрам, прежде чем вернулся обратно в Бог. Bharat Maharaj, he also had gone to Himalayas. He was up at the river Ganduki, where the Ganduki river flows. He was staying there when he became attached to the deer. Bharata Maharaj также отправился в Гималаи возле реки Ганги, и он там занимался практикой до того, как привязался к олене. Аджамила is also mentioned.
that Ajamila, after the Yamadutas had come to take him away and he was saved by the Vishnu Dutas, then Ajamila left his home and he went to Haridwar, and he stayed at Haridwar on the bank of the Ganga. Ajamila также описывается, что Ajamila после того, как его оставили Ямадуты, благодаря спасению Вишну Дутов, отправился в Хардвар и на берегу Ганги. So Haridwar is at the foot of the Himalayas. It's also just beside the Himalayas. You can take shelter there. There are Vishnu temples. We have even now ISKCON temple also there. Haridwar – это самое подножие Гималаев. Там очень много храмов Вишну. Там даже сейчас есть наш храм ISKCON. So there are many holy places there. Devotees can take shelter and just simply depend on nature. Итак, там очень много святых мест, Гималаи, и преданные находят там прибежище. Everything is provided by the grace of God. Прибежище зависит только от природы, и по милости Господа они получают все необходимое. So the Brahmanas are saying that this Maharaj Parikshit, he will be able to give shelter, just like the Himalayas give shelter. Вот и так браманы говорят, что Махараджа Парикшит будет таким же надежным прибежищем, как Гималаи. He will benefit people, he will give people shelter materially and spiritually. Он будет давать защиту людям как материальную, так и духовную. Кшатрия's business is not only to take care of the material needs, but also to make sure they're guided properly spiritually. Дело кшатрия не только обеспечивать материальные нужды людей, но и вести их по другому пути. And then he's described, he'll be as tolerant as parents. Далее говорится, он будет терпеливым, как его родители. Right, those of you who are parents, you know how tolerant you have to be with your children. Те, кто из вас родители, я знаю, насколько терпеливым приходится быть со своим ребенком. Bringing up young children is not an easy thing, and often it will require a lot of tolerance. Воспитать ребенка непростая задача, это порой требует огромное количество терпения. The children can go in tantrums, and they can have different moods, and so dealing with them as a parent requires a lot of tolerance. Чтобы взаимодействовать с ребенком, требуется огромное количество терпения. And similarly, Maharaj Parikshit is described that one of his qualities, he will be as tolerant as parents. И также еще одно качество Парикшита описано здесь, это он будет терпеливым как родитель. Because as a ruler, he will have to be tolerant. That not everything will always be done the way he wants it. Потому что как правитель ему приходится быть терпеливым, и всегда будет происходить так, как он хочет. And he'll have to deal with the different affairs of the family, living in a palace, there will be many people, servants and so on. He'll have to be tolerant. Такому правителю приходится иметь дело с большим количеством родственников, с семьей, со слугами, которые живут в дворце, и необходимо таким образом проявлять много терпения. He has to be like a father to the citizens in his kingdom. Такой правитель должен быть как отец по отношению к гражданам своего. So the father has to be tolerant in the behavior of the children. Также как отец терпелив к поведению своего ребенка. So Maharaj Parikshit will have this quality of tolerance. Maharaj Parikshit таким образом проявлял качество терпения. And then the other quality, forbearing, right? Forbearing, yeah. As forbearing as the earth, like the earth. И еще одно качество, это он будет терпеливым, как земля. And Prabhupada in the purport gives examples about how we abuse the air, how we do things like set off atomic bombs. Шрила Прабхупада в комментарии раскрывает смысл этого
качества, люди на поверхности земли взрывают очень много бомб. Of course, there's often we hear about how human race is destroying the planet. Мы очень часто можем слышать о том, как люди прикладывают много усилий, чтобы разрушить планету. Everything has been provided by the grace of God, but we're abusing everything. Все приходит к нам по милости Верховного Господа, но люди пренебрегают этим. We destroy the forests, cut down all the trees. Мы разрушаем леса, вырубая деревья. We pollute all the rivers, fill them with all our chemicals and industrial waste. Мы загрязняем реки химикатами и отходами производства. We fill the air with all the exhaust fumes, fumes from factories. Мы загрязняем воздух выхлопами из фабрик и заводов. The food we grow in the fields is full with chemical. We're not satisfied to just take what's given by nature, but we want to everything should be bigger, and so we use so many chemicals to produce things. Мы недовольны объемом урожая, и поэтому выращиваем растения, плоды, используя веществ, чтобы они были крупнее. In the name of advancement, we have genetically modified crops. Под вывеской цивилизации мы производим генно-модифицированные продукты. We're thinking we're better than God. God, whatever God gave us, it's not enough. We can do better. Мы думаем, что мы лучше Бога. Бог чего-то не сделал, так мы можем сделать это лучше. And so you have scientists doing things like modifying the genes in the crops and producing things like they produce apples to look like a banana or something like that. И ученые пытаются что-то там доделать за Бога, пытаясь создать генные комбинации, генетические вот эти сочетания, пытаясь создать яблоко, похожее на банан и так далее. We've ruined everything. We try to ruin because we're always thinking about our own sense gratification. Поскольку мы сосредоточены только на попытках чувственного наслаждения, мы все превращаем в руины. And we practically ruined the planet with so many things which we've done in the name of science and invention. Под вывеской науки и изобретения мы практически разрушили всю планету. Nuclear waste. They have ways of producing electricity, which is also for our sense gratification, and they produce it by some nuclear reactors. Ядерные отходы для того, чтобы получать электричество для чувственного наслаждения, был создан ядерный реактор. And they have from the chemical reactions with the nuclear reactors, they have the nuclear waste, radioactive material, which they don't know what to do with. И теперь для того, чтобы этот реактор запускать, требуется ядерное топливо. В процессе работы получаются ядерные отходы, то есть радиоактивные материалы, с которыми никто не знает теперь, что делать. So what to do with it? Oh, we'll just dump it in the ocean. It will be all right for the next 30 years. After 30 years, let them worry about it. Что теперь нам с ними делать? А давайте затопим их в Мировом океане. Лет 30 оно там полежат, а после этого нас вообще не интересует, что с этим будет. This is the materialist idea. We'll just dump it in the sea, you know, leave it, let something in the future they can take care. Ну, вот такое идея материалистов. Затопим это в океане, пусть оно полежит, а следующее поколение пусть оно разбирается с этой проблемой. So these are some examples how forbearing the earth is, how it tolerates all the use, all the problems, all the things which we do. The earth is so tolerant. И таких примеров очень много, но Земля очень терпелива по отношению к тому, что с ней делают.
There's a chapter in the Srimad Bhagavatam, the Bhumi Gita. I think it's the 11th canto. Anyway, the Bhumi Gita describes how two Kshatriya kings are fighting with each other. And one king is telling the other king, this is my land. And the other king, they're both fighting, they're both claiming, this land belongs to me. В Шримад Бхагаватам есть такая глава, которая называется Бхуми Гита. Кажется, она в 11-й песне находится. Так вот, там сюжет такой, что два кшатрия сражаются друг с другом, и каждый провозглашает, утверждает, это моя земля. Нет, это моя земля. И так они сражаются. So Mother Earth is laughing at these two kshatriyas, claiming this land belongs to me. She knows in a little while both these kshatriyas will be dead and gone, and the earth will remain. А мать земля, она смеется над тобой, как кшатриями, которые пытаются там выяснить, чья же земля. Потому что в скором времени оба кшатрия будут мертвы, а земля останется по-прежнему. What is ours? We come to this world with nothing, and we will leave with nothing. Мы приходим в этот мир с пустыми руками и уходим из этого мира с пустыми руками. But we claim this is my land. Но при этом умудряемся провозглашать, это моя земля. So Mother Earth is just laughing at the stupidity of these people. А мать земля просто наблюдая за этими глупыми материалистами смеется. So she's very forbearing. Но при этом она очень терпелива. All right, so these are the qualities which are mentioned in the verse today. Итак, вот такие вы качества упомянуты в сегодняшнем стихе. And Maharaj Parikshit has all these qualities in perfection. И Махараджа Парикшит обладал этими качествами совершенства. Are there any questions? Будут какие-то вопросы? Вопрос такой, расскажите, пожалуйста, чем вас привлекал Шрила Прабхупада, какими качествами, похоже, у него было чувство юмора удивительное. Tell us which qualities of Шрила Прабхупада was attracted by. As it seems he has a nice humor, etc. Well, it wasn't that I was attracted to Prabhupada, I was attracted to the movement which he created. Сначала я привлекся не Прабхупадой, а движением, которое он создал. So my attraction to Prabhupada was through his society and through all the devotees who were following him. Я привлекаюсь к Прабхупаде через его движение, через преданных, которые в нем находятся. He created something which was very attractive. Он создал то, что очень, то такое общество, которое очень привлекательно. And later on, you know, I didn't meet Prabhupada in the beginning. I met the devotees. I met the society. Я не увидел Прабхупаду в начале. Я встретил преданных, познакомился с обществом. And I met his books. I read the books. Я встретил его книги. So ISKCON is not a personality cult. It's not a personality cult. ISKCON это не культ личности. ISKCON is a spiritual society. We're learning a specific philosophy and a way of life, which is endorsed by Vedic scriptures. ISKCON это особая философия и образ жизни, который раскрывается в Священном Писании. So Srila Prabhupada represented that way of life and that philosophy. He presented it to us. А Шрила Прабхупада был представителем такого образа жизни, этой философии, и он представил ее нам. You go to someone for when you accept a teacher, you're not looking just for some special personality. When you accept someone as your teacher, you don't examine their personality first before you decide to accept them as your teacher.
Когда вы принимаете духовного учителя, вы сначала принимаете его. But you have to consider what you want to learn, and is he able to teach you what you want to learn? Вы сначала смотрите не на его персональные качества, но и личные качества, а вы определяете, насколько он может вас научить тому, чего вы хотите. So that's true problem. He was a teacher. He could teach us. Он и таков был, что Шрила был учителем, и он был способен обучать нас. And he was an acharya. He taught by his example. Он как ачарья обучал по своим примерам. You know, teachers often say, don't smoke, but they smoke. Иногда бывает, учителя говорят, ты не должен курить, но при этом сами курят. So that kind of teaching is not what we have in Krishna consciousness. Но такие учителя не обладают сознанием Кришны. We have to practice what we preach. Мы должны практиковать то, чему мы учим, проповедуем. So Prabhupada did that. Прабхупада был такой личностью. Okay, another question. Хорошо, другой вопрос. Кришна Махарадж, вчера вечером на мантра-йоге Махарадж сказал про первую лекцию, когда он пришел к Шриле Прабхупаде. Вот, я бы хотел спросить, может быть, Нарасимха Махарадж помнит, о чем Шрила Прабхупада в этот день на лекции говорил? Итак, вчера вы, Махарадж, рассказывали о том, как вы познакомились со Шрилой Прабхупадой, когда он приехал в Лондон, и он давал лекцию. Может быть, вы помните, о чем тогда говорил Шрила Прабхупада на этой лекции? Харе Кришна, Махарадж. Yesterday on the Mantra Yoga, in your lesson, you mentioned that you met Prabhupada when he was in London and he gave a class. Maybe you remember said at that time in the lecture. There were so many. Было очень много лекций. Every day there was class. Каждый день я Прабхупада давал лекции. Can I tell you one? Как я могу рассказать что-нибудь? Classes are all recorded. Все эти лекции записаны. You can hear them. Вы можете их послушать. Спасибо за лекцию. Вы сегодня сказали, что кшатрия может быть бельмом, а дома должен быть зелень. И это можно отнести к обычным людям? И это просто мы можем тоже такими качествами должны обладать, нет? Харе Кришна, Гуру Махарадж, in your class you mentioned that кшатрия should be a lion in outside and lamb inside. Should be developed such kind of qualities, not kshatriya, but we common people. Well, we're not kshatriyas, right? We're trying to be devotees. We want to cultivate the devotional quality. Мы не кшатрии, правильно, поэтому мы преданы, мы должны стараться развивать качество преданных. If you're running a business, then maybe you should be like that. Если вы ведете собственный бизнес, тогда, возможно, вам следует так поступать. Maybe you have to be like that, the lion when you go to in the field, when you go into the business. But when you're at home, you should be the lamb. Тогда на бизнесе, в работе вы будете лев, должен быть львом, а дома должно быть ягнём. Somebody, maybe when you're running the temple, maybe you have to be a bit of a kshatriya. Если вы управляете храмом, в этом случае, да, вам нужно быть в каком-то смысле кшатрием. You have to make sure everything is done properly, everything is on time. Потому что нужно следить, чтобы все в храме шло надлежащим образом и вовремя. It's a challenge for some people who have to manage, they have to be like something like a lion. Поэтому тем, кто занимается менеджментом, приходится быть львами. But at the same time, they have to also be gentle.
Но в то же самое время нужно быть гелем мягким. Because this is our home, this is the temple. Потому что это наш дом, храм. Yes. Люди создают атомные электростанции для того, чтобы вырабатывать электричество для чистого наслаждения. А выход какой? Вернуться в прошлый век без электричества, тогда природа будет отдыхать, процветать. You mentioned today in class that when people created electrostation for producing electricity for sanctification, this is a real our planet. So what is the solution? Should we neglect electricity and live in nature without any energy? Well, we should use it carefully for the service of Krishna. Нет, мы просто должны использовать электричество очень внимательно для служения Кришне. We're not against innovation and technology if it's used in the proper way, if it's used for for necessities. But if it's just used for sense gratification, then it's not. Мы не против каких-то изобретений и нововведений, прогресса, но идея в том, чтобы пользоваться этим очень аккуратно, внимательно для служения. Если же мы это используем неконтролируемо в чувстве наслаждения, то это неправильно. And we're seeing the effects of the global warming, how the temperature of the planet is increasing and the snow peaks are all melting. Many mountains which were always covered with snow, now they're bare, there's no more snow on the peaks of the mountains because of the global warming. И мы видим, что такое неконтролируемое использование приводит к глобальному потеплению, когда температура общей, как температура всей планеты поднимается, начинают таять ледники на вершинах гор и истощаются запасы. And where is the, why is there global warming? Because we're having a lot of air conditioners running everywhere. So in your room you may be very cold, but outside there's a lot of heat generating. Because the effect of the air conditioner, it puts in cold air in your room, but outside the air becomes hotter. И одна из причин такого глобального потепления – это использование огромного количества кондиционеров, когда люди стараются у себя в комнате сделать похолоднее, но горячий воздух выбрасывается наружу. And you have whole cities full of air conditioners. Огромные города, миллионники наполнены этими кондиционерами воздуха. And then you have motor cars burning petrol, which is also creating more heating of the planet. Также одна из причин – это огромное количество автомобилей, которые работают на топливе. На топливе сжигается и выбрасывается определенная энергия. Millions of motor cars all running on petrol, burning petrol. So it all ends up and heats the planet. Миллионы автомобилей, работающих на топливе, сжигающие его, подогревают планету. And what's happening when the planet is heating up? The snow peaks are melting. The glaciers are melting also. The glaciers are melting, increasing the sea level. Какова причина и какие последствия от глобального потепления? Вследствие этого таяния уровень воды поднимается. А ледники, да. With the sea rising, we're losing land. You're trying to reclaim the land from the sea. The sea is rising and is taking away the land. И таким образом, с течением времени ледники тают, уровень воды поднимается, и вода забирает поверхность, количество суши. So there's many problems with having generating electricity, how we use it. Поэтому существует очень много проблем из-за того, как мы используем электричество и тому подобное. And the effects of it
are disastrous on the planet. И последствия всего этого разрушения планеты. We have to be very careful. We're not against electricity, but use it sparingly. Мы не против электричества, идея в том, чтобы пользоваться этим осознанно. Все бы просто занимались бы своей деятельностью, ну, как бы копали там, не знаю, дрова рубили, еще что-то делали, ну, естественным образом. И не было бы вот этого, и природа бы не уничтожалась, и люди были бы заняты. А так получается, что люди какими-то царьками, богами себя чувствуют, но при этом все разрушается. Может быть, как шаг такой, нужно уйти вот наоборот больше, ну, природы. Прошлый день, позапрошлый день, ну просто понятно, что людей от чувственных наслаждений уже сейчас трудно отстранить. Но, может быть, идея была бы неплохая. Вопрос в том, вернуться ли к первобытному состоянию. Да, потому что люди не задействованы по своей природе, они просто наслаждаются. So we should see that now modern civilization, civilization of Shudo, they understand this. Themselves as a ruler of the world, but really they know qualities that just finish planning. Maybe better idea if we return to simple life and live in nature, this will be better. Well, ultimately, this will come about as society goes on. We'll see how this industrialization cannot last forever. Все постепенно к этому идет, и мы можем видеть, что вот эта вот современная цивилизация в том состоянии, в котором она есть, она так долго не просуществует. I'm sure Prabhupada also warned and spoke about this several times. He said we have to be ready to go back to the land and live off the land. Шрила Прабхупада беспокоился об этом, он несколько раз упоминал о том, что мы должны, как преданные, должны быть готовы жить на земле в какой-то момент. Told us this modern civilization with all the skyscraper buildings said it cannot last forever. Шрила Прабхупада говорил, что современная цивилизация со всеми этими небоскребами не будет длиться вечно. And he always encouraged us. Think more about a more natural way of life, living off the land, cultivating the land, caring for the cows, and in this way you can provide with the necessities of life. И поэтому Шрила говорил, упоминал о необходимости обучаться, развивать способность жить на земле, обрабатывать землю, заботиться о коровах и пользоваться естественными дарами. Making our own cloth from cotton, growing some cotton and spinning the cotton. In Prabhupada's time, these things were going on in Mayapur. We had handlooms there, and they were making cloth or making sari and so on. Во времена Прабхупады даже начиналось производство хлопка от качества. То есть Прабхупада говорил о том, что необходимо выращивать хлопок. Изготавливают ткани и шить сами одежду, сари и так далее. And Prabhupada also spoke about paper. He said, in the future you may not be able to get paper. You should know how to make paper. Шрила Прабхупада даже упоминал о том, что преданным нужно научиться даже делать бумагу. Возможно, в будущем бумаги будет не хватать, и нужно научиться делать ее самим. So one day it will happen, eventually the modern civilization, all the technology, all the industrialization, all of these things will just collapse, they'll just fall apart, and people will have to look how to live. Когда-нибудь этой развитой
цивилизации с этими индустриальными сложностями наступит мировой коллапс, и людям так или иначе нужно будет вернуться на Землю. So we do encourage, I think Dwarkadish Prabhu is still up on his farm project, right? Dwarkadish Prabhu продолжает проект на Земле. Да, да, правильно? Да, я буду частями задавать вопрос. Пожалуйста, переведите. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что существует четыре класса общества. Брахманы, кшатрии, вайши, шудры. In Bhagavad Gita, Krishna says about four classes of society: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. И также он говорит Арджуне сначала, что Арджуна – ты вечная душа, но затем он говорит, что он кшатри и должен сражаться. And also Krishna says to Arjuna, first of all, you are eternal soul, and then next Krishna says, you are kshatri, you should fight. You must fight. В то же время в Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья говорит, что мы не кшатри, не вайшья, не шудра, не грехастха, не ванапрастха и так далее. In the same time, in Chaitanya Charitamrita, the Lord Chaitanya said to Nandikona Charana Prabhati, we are not Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, not Brahmachari, Grihastha, Ванапрастха. Что мы слуга слуги. И вот это противоречие, кажущееся, как вот правильно применить в своей жизни, нужно ли определить все-таки варну или следовать наставлениям Господа Чайтаньи. My question is, how properly apply all this contradiction, all this instructions in our life? Should we understand our varna in our life or not? Or follow just the Lord Chaitanya and the Guru Devotion? Hare Krishna. Well, you have to consider your spiritual position. If you're on the, a very elevated platform, Chaitanya Mahaprabhu is teaching us that we don't belong to these varnas and ashrams, we're transcendental, we're servants of Krishna. So that is a transcendental consciousness, and that consciousness that should be encouraged when we worship the deity particularly, that is our meditation and offering arti to the Lord, that I don't belong to any of the varnas or ashrams, I'm simply a servant of the servant, many times the servant of Lord Krishna. Нужно сначала определить духовную позицию, духовное положение. Так, если человек возвышенный, преданный, он находится на уровне отличного от материального тела, и его сознание трансцендентно, и он полностью осознает себя слугой Бога. Так, например, когда мы собираемся поклоняться божествам, мы развиваем это настроение, что мы не брахманы, кшатри, не вайшья, не шудры, не брахмачари, мы просто слуга слуги, много раз слуги слуги Господа. And on the other hand, we're on the material platform, then we are situated in the varnas, we have to follow. We have a duty to perform. The kshatriyas had a duty, they had to fight. Although they know they're not the body, they're souls, still their duty was to go into battle and to fight. С другой стороны, если мы находимся еще на материальном уровне, то мы зависим от этих варнашам, и тогда мы должны выполнять обязанности, присущие конкретному варнашаму. Так, если человек кшатри, он должен выполнять обязанности кшатри и сражаться. Lord Chaitanya Mahaprabhu said, I'm not a sannyasi, I'm none of these varnas or ashrams. But Chaitanya Mahaprabhu very strictly followed the duties of the sannyasi. Господь Чайтанья Махапрабху говорил, я не саньяси, не принадлежу к этим ашрамам, но в то же самое время он очень строго следовал обязанностям, правилам саньяси. Every day going to the sea, taking bath in the sea three times a day,
and never associating with the opposite sex. Три раза в день он неукоснительно совершал омовение в океане и никогда не общался с противоположным полом. When Jagannanda Pandit came and wanted to give him sandalwood oil, he refused. He said, "I'm a sannyasi. I can't accept these things." Когда Джагананда Пандит принес ему сандаловое масло для натирания и госпочитания отвергнул, он сказал, я саньяси, не буду пользоваться такими вещами. But when it comes to worship of the Lord, then we consider ourselves, I'm not a sannyasi, I'm none of these designations. При поклонении Господу, процесс поклонения, логика. Yeah? Госпочитание при процессе поклонения Господу не отождествовал. Говорил, что я не имею к этому, к этой саньяси никакого отношения. So in the same way we have duties to perform, but at the same time when we're worshiping the Lord, we should consider ourselves transcendental. Таким же образом мы имеем определенные обязанности, мы должны следовать в рамках форм нашего, но когда мы поклоняемся Господу, мы должны подниматься в своем сознании на трансцендентном уровне. So you have to understand. You have to understand these things carefully. Нужно правильно образом понять эти вещи. Должен ли преданный сам понять свою временную природу, либо это духовный учитель дает наставление по этому поводу? Хари Кришна. Well, Srila Prabhupada didn't encourage us to identify with any of the particular varnas. He said everyone is devotee. Srila Prabhupada не вдохновлял нас определять конкретно свою варну, но он говорил, что мы должны быть преданы, каждый из нас преданный. And we're in the practice of Daivi Varnashram, we will do whatever is required for the service of Krishna. В рамках Дайви Варнашрама, Божественного Варнашрама, каждый из нас делает то, что необходимо для служения Кришне. Sometimes we may have to do sutra work, sometimes we may have to be brahminical, sometimes we will be vaishya, whatever is required. В зависимости от того, что требуется, иногда мы действуем как шудру, выполняем работу шудру, иногда работу брахмана. Смотри, что нужно. The spiritual master is not going to say, well, you're a Vaishya or you're this. No, the spiritual master will encourage you to serve Krishna. Духовный учитель не будет вас вдохновлять быть Вайшей или Шудрой. Духовный учитель будет вас вдохновлять служить Кришне. Whatever you do, you do it for Krishna. Все, что бы вы ни делали, делайте это для Кришны. Now, of course, some people have their own nature. Just like there was one devotee, he was from a Marwari community. There's a community in India called Marwari, and they're very businesslike. Хотя в то же самое время иногда у человека может проявляться его природа, например, в Индии есть такой клан или сообщество Марвари, они изначально бизнесмены. No, there's families in India like Birla family. They're very famous business people. You know, so people in that family, in that community, Marwari people, they're all business people usually. They all have some kind of business. В Индии есть такой клан Бирла, они очень богатые, там бизнесмены, очень крупные. И они принадлежат к сообществу Марварии, да, например, целая династия, которая занимается бизнесом. So, you know, so we recognize that nature, you know, because they come in that family and they have that nature. So they're going to do some business, they're going to make some money. But at the same time, they're devotees, we encourage them in devotional life. У них проявляется их собственная природа, они родились семьи бизнесменов, и проявляют эти качества, продолжают этим заниматься, но в то же самое время они преданы и должны заниматься преданным служением. The Jews, for example, the Jews were famous people, they were always business people, rich people. The Jews? Евреи. Евреи.
наверняка очень много людей в России. Are they big? Are usually rich business people? Ну и, скорее всего, они очень богатые люди. Maybe, I don't know. Ты можешь не все. So, birth, it can be an indication, not, it's not 100%. Ну, это не 100% этой нации. So the spiritual master's duty is to encourage people devotionally, not materially. Обязанность духовного учителя вдохновлять человека духовным образом, а не материально. And you have to do what is necessary. Sometimes you may have to do sutra work. Although you may be a very brahminical person, sometimes you have to take a job, go and work in a job. That's sutra work. Но иногда приходится также делать то, что необходимо, когда необходимо выполнять работу шудры, например, чего может быть гармонично, но и ходить на работу – это положение шудры. You're just not able to find, you know, brahminical work, which can give you the what you require, everything you require for your maintenance. Человек не может найти подходящей гармонической работы, и поэтому для поддержания себя он использует то, что есть. So we see some people, they're very brahminical, but they have to work in a job. Так бывает, что человек очень брахманичный, но при этом работает по найму. But they're devotees. Но это преданные. No, we don't think though they're sutras. Мы не думаем, что теперь я мол шутер. For some time they have to do that work, but ultimately their real nature is to be devotee. Некоторое время, в некоторый период не приходится выполнять эту деятельность, но по природе, по преданию. Окей. Thank you very much. Hare Krishna. Можно сказать, да? Можно рассказать? Сейчас вопрос. Hare Krishna. Я правильно понимаю, что если, допустим, я шудра, то есть, если я хочу выполнять какие-то обязанности ради Кришны, а не ради удовлетворения своих чувств, вот, и в какой-то момент, допустим, нужно проявить природу кшатрия, а я, например, шудра, в этой ситуации нормально, если я, получается, буду исполнять не свои обязанности, но типа ради Кришны, то есть мотив именно ради Кришны, проявить там смелость, например, или что-то такое. Question, if, as I proper understand, if I have Shudra qualities, but sometimes for Krishna, for satisfying Krishna, I render responsibilities of Kshatriya, for example. Can I do what is proper? Yes, it's proper. Yeah. You have to do what's required for service of Krishna. Ради служения Кришне вы можете делать то, что необходимо, да? Sometimes we have to take out the garbage, we have to sweep the road, sometimes we have to clean the paths, you know? А иногда ради Кришны приходится подметать, выносить мусор, мыть горшки. Prabhupada would show us sometimes how to clean the floor. He would, you know, put water on the floor, get down on his hands and knees, scrub the floor. Шрила Прабхупада иногда нам показывал лично, как мыть пол, как наливать воду на пол и протирать тряпку все качественно. You cannot say, oh, I'm a brahmana, I don't do this. This is sutra work. That's not mood of a devotee. Мы не можем сказать случае, что я браман, и я не буду выполнять работу шудры. Это не умонастроение преданного. Devotee will do whatever is necessary for the service of Krishna. Преданный будет делать то, что необходимо для служения Кришне. Прикрышно, можно спросить?
Ишварана, у вас вопрос или вы что-то хотели сказать? Может, сейчас вопрос? Да, хотел сказать, ага. Может быть, вы скажете лично, когда придете? У вас время для вопроса. Можно сказать чуть-чуть по шаткам? Местный понтик. Скажи ему. 20 секунд еще, и мы заканчиваем. Спасибо. Бхакти, я на Винашина нанесил Камагараджу на лекцию, перед Гуру Шатри Садху учат нас, как предать Верховной Чести Бога. И кто предает Верховной Чести Бога, является все последние материальные жизни и начальство духовной веры и исполнение вечности знания Божества. Что теперь благодарен Господу Кришну. Хари Кришна. Кришна, спасибо большое. Еще последний.